такой автобус весь громыхает. Двери не открываются в автобусе. Водитель вышел. Ручное открывание дверей. В центре такие есть развалюшечки прям старенькие. Куда, пожалуйста? Куда, пожалуйста? Остановочку. Я кричала. Что значит я молчала? Автобус обязан останавливаться на каждой остановке. Так, давайте не будем говорить, кто кому что обязан. Я вас очень прошу. Назад, вот с этого краю. С какого краю? Вот с этого. Такой техники ездят, еще и не останавливают. Наша? А. Так, вы слышали? Это, говорит, ваша российская техника. Вот когда сталкиваешься с таким, ну, до такой степени неприятно. А с таким сталкиваешься очень часто. И с хамством. Так, а Коля-то нету, да, мы? Моего таксиста. Чё-то нету. Да, зимой-то только по праздникам очереди большие, а летом постоянно. Все говорят, ехать к нам далеко. Едут люди. С Мурманска вон сколько приезжают машин. С 51-м регионом. А это, извините, 4000 километров.
А что, конечно, я подожду. Ну, ты не знаешь? Так я не знаю, когда они. Давай. Как хорошо жить около магазина «Курочка ряда». Вот они. Сытые, довольные жизнью животные. Вот в этом большущем доме живут судебные пристава. В смысле, не живут, а работают, конечно. Не знаю, на такой маленький городок и район. Мне кажется, у нас в Мурманске их меньше. Это мечеть местная. Вот ее строили, строили. Потом разговоры ходили, что в ней нашли оружие. Не знаю, правда это или нет. Но прям Черноморск гудел. Вот такая вот мечеть. Тоже какой милый домик. Треугольничком. Береза. Ой, какая высокая. Они же тут не растут. Так, только посадят кто. Вот его растают и большие. Надо же. Вот какой-то новый магазин открылся со смешными ценами. Надо пойти посмотреть. Чего вы боитесь-то? Вон они вчетвером ходят. Разномастные. Вот я даже не знаю, как называются эти кусты. И что это такое? Ну, такие прям ягоды. Смотрите, какой эффект от дыма, от костра. Вечер, закат, еще один день прошел. Всем покоя, терпения и всего доброго. Пока. Вот так у нас вечером. Тишина, и только собаки где-то лают. Жалко, камера не показывает, какие звезды на небе яркие. Много.